Всем привет! Я Мехди Резаи. Я учусь на первом курсе кафедры спортивного менеджмента Университета прикладных наук Сакарии. Я из Ирана. Я в Турции около 5 лет и живу в городе Сакария 4 года. Причина, по которой я выбрал Сакаринский университет прикладных наук, заключается в том, что за моей спиной стоит большое учебное заведение в наличии легкого доступа, преподавательского состава и высоких академических возможностей. Перед тем, как приехать в Сакарию и увидеть университет, я думаю, что он очень хороший. После того, как приехал, увидел, что он потрясающий. У нас действительно очень красивый университет. Моя история поступления в университет началась с того, что мои школьные учителя очень рекомендовали его мне. После этого я тоже исследовал его сам. Так как у меня был спортивный опыт, я выбрал кафедру спортивного менеджмента, чтобы совершенствоваться как руководитель. Сотрудники университета действительно очень помогли мне. Большое им спасибо. Я очень доволен преподавательским составом и системой образования нашего университета. Я считаю, что благодаря обучению здесь мой уровень турецкого языка повысился. Я бывал и в других городах, но могу сказать, что Сакария очень красивый город и что атмосфера в кампусе совершенно другая. Мне очень нравится. Я советую студентам, приезжающим в наш университет, быть активными. Взаимодействие в университете очень важно. Пусть студенты вступают в клубы, всегда совершенствуются, ориентируются на будущее. Я думаю работать менеджером после окончания университета и намерен остаться в Турции. Я хотел бы служить тюркской нации, так как сам являюсь кашкайским тюрком. Заранее желаю успехов друзьям, которые выберут наш университет.